Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Сегодня основу афоризмов и цитат в нашем разговоре будут составлять мысли известного современного писателя Андрея Белянина. Добавлю юмористические афоризмы и цитаты. Он пишет юмористическое фэнтези, и его книги смело можно назвать пародиями на сказки «Тысяча и одна ночь». И, на мой взгляд, очень талантливыми пародиями. Но и с вашего позволения я начну. «Верь в себя, ибо без воли Аллаха и волос не упадет с головы твоей. Слабое утешение лысых». «Пустыня» – от слова «пусто». Глубокое прозрение бедуинов. «Пошли дурака за бутылкой, он одну и принесет». «На хорошем воре шапка не горит» – профессиональный фокус. Долог день до вечера, если выпить нечего. Глядя на человека, верблюд может только плеваться. Гринпис. Говорящий правду теряет дружбу. Восточная мудрость. Следующее лучше зачитаю. Вино твой друг, пока тверез, а если пьян, то враг. Змеиный яд оно, когда напьешься, как дурак. Без страха перед Аллахом нет стыда перед людьми. Иранская поговорка. Следующую тоже лучше зачитаю. Как настоящий аристократ, он даже не допускал мысли, что может выглядеть смешным или может быть понят неправильно. Клянусь, чел мой пророка, от тебя ничего не скроешь, о мой вороватый друг. Настоятель храма просто обязан заниматься боксом. Золотое правило шаолиньских монахов. Юность, увы, быстротечна. Старость, впрочем, тоже не навсегда. Бытовое наблюдение. На чужой гарем штаны не разевай. Табличка при входе. Наличие одной таньга приятнее отсутствия тысячи динаров. Арабская политэкономия. Вор берет, что может. Власть, что хочет. Уголовная этика. Следующую тоже лучше зачитаю. Нищих ни одного, а тех, что есть, постоянно осыпают милостями. Дехкане богатые, эмиры мудрые. Визири умные, воины храбрые, женщины прекрасные, хоть застрелись. Бесцензурная ложь – сестра отредактированной правды. Главная заповедь журналиста. С наркозом как-то скучно. Из разговора двух хирургов. На этом сегодня, с вашего позволения, закончу. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках?